Следователи прокуратуры вместе с оперативниками СБУ на взятке задержали главу государственной исполнительной службы в Одесской области Дениса Бондаря с сообщником. Сумма взятки $6,500 США. Эти деньги чиновник требовал за снятие арестов с имущества одного из предприятий. Интересно и официальное сообщение об этом задержании. Мол, следствие проверяет, была ли эта взятка частью налаженной в Одесской исполнительной службе системы вымогательства.